Всем привет, друзья! У нас сегодня прекрасное солнечное утро выходного дня. И мы нашей компанией с Лёшей и Юлей едем за грибами. Да. Мы, конечно, не грибники. Не так нам важны грибы, наверное, как просто погулять по лесу. Но надеюсь, что мы что-то и соберем. Да, а потом можно приготовить с них что-то. Ну, это мы посмотрим. Столик для пикника. Потому что мы не только едем за грибами, но и покушать на природе. Смотрите, какая кошелочка у Яси будет. А, кстати, ведерко. Забрал под свою рыбалку? Давай, я тебе пакет взяла там. Нет, ведерка никакого. Давай ведерко. Ни разу. Пришел уже Леша, и не один, а с Басей. Бася тоже едет с нами за грибами. Привет, Бася. Смотрите, какая у него одежда. Это что, пандочка, наверное, да, какая-то, панда. Да? Ушки такие, смотрите, капюшон. Панда. Это самый главный наш грибник, да, Бась? Ты будешь искать нам грибы, а мы будем, будь здоров, их собирать. На него солнце светит, он чихает. Ну, беги, погуляй с ним. Проверяем безопасность машины, закручены ли колеса. Поехали. Да. Ты любишь собирать грибы? Еще не знаю пока. Ну ладно, ты же собирал уже. В детстве, когда ты собирал грибы. Бабушка моя собирает грибы. И бабушка, и дедушка. Вообще все твои бабушки и дедушки любят собирать грибы. Вся компания уже в сборе. Привет видеоблогерам. Привет. Все там почитали за грибы, какие собирать. А Леша у нас, Леша знает. Он нам расскажет, проведет инструктаж. И мы потом будем собирать и приносить ему показывать. Эти все мухоморы. Правильно, он нам будет рассказывать. Этот выбросить, этот оставить. Эти три гриба, которые мы соберем. Да. А вы нам пишите в комментариях, кто тоже любит собирать грибы. И какие грибы собирают. Мы уже приехали, и сейчас пойдем в лес. Аккуратно через дорогу. Вошли мы уже в лес, но пока грибов не видно. Может быть, потому что в начале, а может быть, потому что приехали не в то место. В общем, мы решили, если мы насобираем грибов, то мы их отдадим Лешиной маме. Она опытная женщина, и она их приготовит. А мы готовить их не будем, правильно? Потому что мало ли, ух ты! Наш папа выбрал правильное место. Сейчас я вам покажу, как он собирает грибы в лесу. Никому не надо показывать ничего. Кто как собирает. Ну? Ну, пусто пока месть. Да? Ни одного. Красавчик. Ну ладно, пойдем дальше. Я тут. Вот, посмотри. Один гриб какой-то сорван уже. Вот, его выковыряли. Юля решила с палкой разгребать. Ну это какой-то, ну вроде как хороший, но мы не знаем, что это за гриб. Ну, если бы мы знали, что это такое, а так мы не знаем, что это такое. Нашел? Покажи. Мухомор, Яся, видела? Вот оно, это то, зачем мы пришли. Класс. Посмотрите, это гриб-мухомор, он ядовитый, его ни в коем случае нельзя рвать. А ну дай попробую. Так а это ты уже разгреб, это кто-то разгребал, кто-то, смотрел. Кто-то, да. В общем, до нас а здесь вот, были вот, люди. Вон они, люди эти. Это они гребли. Он не говорит, люди эти. Поэтому все. Конечно, грибов не будет сразу вслед с людьми. Она не орет людей.
Поэтому идем дальше. Батя, показывай, где грибы. Вот, посмотрите, ребята, еще вам покажу. Вот один, второй, а вот большой, да. Так вот, еще смотри. А вот смотри, еще малыш. Ну, сейчас покажу. Какая все-таки красивая природа. Скажем так, грибники из нас так себе, мягко говоря. Но зато нагуляемся, подышим свежим воздухом. Все равно очень интересно гулять в лесу, потому что постоянно можно увидеть что-то новое, такое необычное, красивое, как Яся там какую-то кору нашла, нашла там мох интересный, там, я не знаю, шишку какую-то необычную. Всему радуется, удивляется. Ясь, тебе нравится гулять в лесу? Тихо. Я птицу услышала, такая, она вот так вот, этот, как по дереву. Ту-ту-ту. Не слышала? Птица по дереву называется дятел. Да. Я в детстве помню, мы с мамой часто ходили за грибами. И бабушка тоже моя очень любит их собирать. У бабушки напротив двора лес, и там было очень много лисичек. Я просто обожала их собирать. Смотрите, какой красивый мох. Кстати, раньше мы его собирали, а потом в школе делали поделки. Покажи, что ты нашла. Вот лисичка. А, да, Юля нашла лисички. Вот. Посмотрите, какие. И вот такая милашка. Класс. Угу. Вот, посмотрите, еще какой гриб. Что это за гриб? Это поганка. Поганка? Бась, ты там что нашел? Ты не замерзла? Нет. Нет? Держи камеру. На, поснимай ребятам видео. Смотрите, сколько много мухоморов. Три в ряд. А вот, кстати, этот нашел один гриб. Но мы не знаем, можно его есть или нет. Мы спросим у Юли. Папа, подожди. Он какой-то большой, да? Ну, видишь, что так. Что-то я даже не знаю, что это за гриб. Вызываем экспертов. Эксперты в грибах. Ну, что-то интересное. Так это же тоже лисичка, по-моему. Вот такие, такие точно, как Юля собирает. Да? Ну. Да, лисички, да, лисичка. Тоже. Вот Юля такие же собирает. Я, наверное, не буду все-таки грибы есть, потому что я боюсь их есть. Лёшка, почему мы танцуем? Весело. Потому детям весело. Нельзя грибы есть. А что? Ну потому что Алексей знает. Потому что до 12 лет у детей нет фермента, который перерабатывает грибы в организме. И в принципе это очень опасно, потому что дети не организм очень слабенькие грибам. Да и вообще пользы для вас они никакой не предоставляют. Такое состоит для всех. Ребята, смотрите, какое страшное дерево. Мне кажется, оно сейчас упадет. Иди сюда, проходи, я тебе покажу что-то. Поворачивайся, смотри. Как ты думаешь, что это? Чья-то нора? Или это кто-то просто сделал так специально, люди? Сделали так специально, люди. Кто-то прокался от дождя? Я уже просто видела давно. Я не знаю. Батя, где батя? Необычно так. Равновесие. Тобой не боюсь. Бася, ты за Ясей будешь повторять? Класс? Да, давай еще. Очень красивая природа. Еще раз давай. Давай. Это я так боюсь без руки. Получилось. Все, пойдем к папе. Папа! Ау! Лёша! Бась, ищи хозяина. Ищи, где ищи, папа? Ищи. В общем, мы пока, ребята, собрали только лисички. Где папа? Лёша! Пойдем, пойдем, они куда-то сюда пошли прямо. Вон. Да, давай догонять. Стойте, мы вас видим! Тебе не страшно? Мне? Да. Нет. Смотри, я могу здесь придержаться. Но ты, возможно, не сможешь, потому что у тебя не такая длинная рука. Кукусики. Как так-то?
Тогда я так. Давай. Давай, пробуй. Давай, давай. Ну смотри, я тебя практически вообще не держу. А тогда, когда ты меня практически не держишь? Ну так я тебя же не держу, я просто придерживаю за пальчик. Давай, я тебя бросила, ты пошла сама. Ну и все. Больше страха. Ты мне когда хоть за пальчик держишь, мне хорошо. Заезжайте. Ярослава открыла шлагбаум. Мы переехали все-таки в другое место. Тут на другую сторону штучка. Леса переехали. Тут такая штучка, она и не закрыта. Угу. Здесь у нас по обе стороны находится база отдыха. С одной стороны вот какая-то с домиками. И с другой стороны там тоже. Ну, решили здесь еще пройти прогуляться. Подкрепиться уже захотелось, да? Погуляли чуть-чуть, проголодались. Где тут сыр-то с деревьев? Да, ты видишь, как они шатаются, верхушки? О, аж страшно. Скрипят и шатаются. Все ровные, посмотрите, деревья, а это такое кривое. Что-то с ним случилось. Вот. Нет, его просто помило. Кривое какое. Интересное наблюдение. А все, видите, ровные-ровные. Мне аж страшно, когда шатаются так сильно верхушки и скрипят. Вкусное яблоко. Нормальное. Нормальное. Смотрите, какой красивый цветочек нашла. Смотрите, какие грибочки. Ты можешь их резать? Грибок нашли. Да тут еще куча, Кать. Срезай. Вот, смотрите, какие красивые. Вот мы нашли грибочки. Юля сказала, называются рядовка. Ну это Юля сказала. Это не точно. Они растут прям рядком. Посмотрите, какие. Рядовка, не рядовка. Это как вешенки. Травануться можем как поганкой. Да ладно, но мы ж не будем сами готовить. Сначала покажем эксперту, а потом уже решим, что делать. Посмотрите, какие. Красавчики. Ну, выбросим, если плохие, конечно же. Их отдельно складывать? Бать! Что, Ясь? Я боюсь, чтобы вы не отравились. Да никто не будет их кушать. Мы же больше для удовольствия, понимаешь? Так что не волнуйся, а ты их есть вообще не будешь. Детям грибы есть нельзя, кстати, знаешь? Снух стал. До 12 лет, да. Переживает доченька, чтобы мы не отравились. Вообще, чтоб ты знала, мы ехали сюда в надежде найти белый гриб. Белый мы бы съели. Да. Но мы его не нашли. Прятался под листиком. А, ну немножко такой, видишь уже. Видишь, его звери покушали. Муравьи. Ничего. Нормальный? Отличный польский гриб, красавчик. Смотри. А, да, я знаю такой гриб. Вот он сразу мягенький, внутри он как мочалочка. Да, да, да. Если его едят звери, значит он хороший. Давайте вот, смотри, нашли под кустиком. Может быть, рядышком еще есть. Ты потерялся, а? Где? Потерялся ты? Ты что отстал? Что отстал от нас? Да вот он у меня! Находка, ой, находка! Ух ты! Папа нашел, какой красивый! Может, пусть остается здесь? Очень интересно, когда деревья попадали по-разному. Можно походить, полазить. Язя Силач. Ты знаешь, как это? Коромысло. Ух. Все, отбегай в сторону. Бросаем. Оно само. Все, ребята, идем кушать. Мы проголодались. Класс. Будем пить чай. Все почти готово у нас. Кроме чая. Не ладится чуть-чуть, да? Просто. В общем, всем приятного аппетита. Спасибо.
И вам. Покушали, отдохнули, насобирали грибов. А теперь будем ехать домой. Здесь у нас грибы. Понравилось тебе гулять в лесу? Да. Все. Усаживаемся. Тебе понравилось в лесу? Нагулялся? Да? Да, 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 да. Хавкни. Подай знак. В общем, ребята, по дороге мы заехали в одно место. Увидели, когда ехали обратно, по дороге указатель «Ловля форели». И решили спуститься. Класс? Да, мне это очень нравится. Смотри, какое озеро. Ну, классное. Можно вот так по кругу прям ходить, есть мостики там. Здесь можно взять удочку, половить рыбу. Если рыбу ловишь, отпускать ее уже нельзя. Ну и, естественно, потом купить. Взяли по удочке ведро и подсак. Правильно? Берем. Вот там, этот. Пап, вот там вот надо набрать воды. Пойдем, Юльчик. Так что у нас сегодня не только грибной день. Не бойся, не бойся, иди, она привязана. Я сейчас с папой уже на островке. Цепляем прикорм. Ты поймаешь, потом я поймаю на разочек. Так, так, так. Забросили удочки. И побольше. Такая рыбалка у нас еще есть прям в городе. В Саржином Яру. Мы там тоже ловили форель. Не так колоритно. Да, ну конечно, не так красиво. Не, там тоже очень красиво, но здесь прям природа, природа. Да. Это родник. Родник еще, да. Потому что форель может жить только в холодной воде. Решили перейти на другую сторону. Домик здесь еще есть такой. Тут больше всего рыба гребет. Да? Забрасывай. Удочка 4 раза больше, чем Ярослава. Удобненько тебе, рыбачок? Отлично. Клюет? Да не, я так, на голый крючок. Ничего не клюет у нас. Тишина. Зато красиво. Красивая тишина. Да. Клюет. Яся уже наловилась. Юля взяла удочку. Меняем место рыбалки. Последнее, наверное. Едем домой, потому что уже замерзли. Пойдем. Подсак, подсак. Ярослава. Аккуратно, аккуратно. Есть. Есть улов, улов, улов. Как маленькая селедка. Плещется. Давай, давай. Только не упади, Яся, сама в воду. Наконец-то домой. Ну еще же одну надо. Это она маленькая. Маленькая пошла, она, да. Пошла, видишь, мама, какая. Тут улов сейчас будет. Сейчас и ты не поймаешь, я тебя заброшу. Ну прикольная. Она скользкая. Скользкая очень. Да ну же. Она назад, на задний ход сдает. Скажи, Бася, если бы меня выпустили, я бы столько рыбы тут уже натягал вам. Угу. Да? И упал бы в воду. Еще куда-нибудь. Да. Все, теперь точно домой. Кому понравилось видео, с вас лайкосик, а с меня новый видосик. Пока-пока!